Всем привет! Сегодня будем разбирать кнопки, которые находятся наверху. Буду рассказывать, для чего они, зачем они, но только то, что сама знаю. Как бы все кнопки объяснить не смогу. Первая кнопка Setup. Это переводится как настройки. В Player Name, вот этой строке наверху, можно себе имя как бы выбрать. Так. Опа. Опа. Окей. Чё? О, тут всё норм. Всё норм. И можно внизу выбрать имя своего парня или девушки, своей второй половинки. А как это делается? Нужно сначала завести себе парня или девушку, признаться ей или ему. И только после этого можно назвать его или ее любым именем. Далее, наверху кнопки Save Game 1 и Save Game 2. Это очень важные кнопки. Некоторые не знают, но игру в Skullgirls Simulator можно сохранить. Она сохраняется не полностью, но все-таки она очень хорошо сохраняется. Вам нужно запомнить, в какую игру вы входите, в первую или во вторую, и потом сохранить. Это очень легко. Просто нажимаете Save Game, и игра сохраняется. Только не сохраняется само время, на котором вы остановились. Сохраняются ваши деньги, ваша популярность, ну, ХП ваше, день сам, вроде как. А вот время все равно начинается с 7. То есть, даже если вы, например, на клубном времени остановились. Дальше то, что знаю. Manual мод. Это значит свободный мод. То есть, мы можем делать все, что мы захотим. Управлять джойстиком сами и так далее. Если на него нажать, появится автомод. И она будет делать все за нас. Понятно, да? Дальше blood. Это переводится как кровь. Ее можно выключить или включить. Ок, это значит включена. Это значит выключено. Ну, я играю без крови, знаете, не хочется прям так. Дальше. Количество разных предметов или людей в вашем городе. Например, машин у меня сейчас стоит 5. Можно сделать, например, 7. Гост — это призраки тоже в вашем городе. Сколько их будет? Их можно включить с помощью специальной кнопки гост, которая находится вот тут, вот, наверху. Но я пока с ней достаточно прям не разобралась, не знаю, как ей пользоваться, но потом разберусь обязательно и посвящу этому видео. Дальше, сколько полицейских в городе, тоже можно поменять. Дальше физика волос. Меня некоторые люди спрашивали, типа, как у меня волосы двигаются. Это физика волос, вот, как сейчас. Они, видите, двигаются вместе со мной. Ее можно включить и выключить. Вот она сейчас включена, а сейчас она выключена. Вот, видите? То есть волосы вот так вот будут. Ну, из-за физики волос иногда лагает игра. Но так как у меня теперь она установлена на другое устройство, более хорошее, чем мой телефон, здесь игра как бы не лагает. Слава богу. Дальше можно включить и выключить чат на вот эту кнопку. Я не знаю, честно, зачем он. Но его можно включить или выключить. Выключим его. Дальше quality. Это как бы само качество или графика игры. Middle — это высокая, high — это средняя, и low — это низкая. Ну вот сразу поменялось сюда. Ну, мы поставим на высокую. Дальше кнопка внизу UE. One. Он, блин. Он. Это значит, что она включена. Если мы нажмем один раз, то тут будет UE1, и у нас вот несколько кнопок как бы исчезнут. Если мы нажмем второй раз, то исчезнут все кнопки, кроме Setup, чтобы мы все сумели восстановить. Это нужно для тех, кто делает мини-фильмы. Знаете, это очень удобно. Я, честно, сначала не знала, но потом разобралась. Дальше jump. Можно как бы вот jump, он вот такой вот, как бы, это прыг. А можно прыг изменить на летать. Как бы, как вам удобно.
Мне, честно, и так удобно, но оставим пока так. Дальше у нас кнопка автокамера, автокэм. Это такая камера, вот если мы ее включим, как бы мы будем вот так вот, если поворачивать, то она будет все равно восстанавливаться. Если мы вот так вот повернем и будем дальше идти, то она как бы восстановится. Вот видите, она сама восстановится, я ее сейчас не трогала. Она сама как бы. Но она мне часто, блин, мешает. Знаете, когда я делаю видео, она мешает. Выпрямляет мне так, как мне не нужно. Дальше зомби. Ну, можно выключить или включить их, как бы. Дальше. Простите за уведомление. Приходит, блин, иногда. Зомби. Сколько в час? Как бы один зомби в час, два зомби, три зомби и четыре зомби в час. Но у нас выключены зомби, значит, нам эта кнопка и не нужна. Дальше Shadow — это тень. Из-за тени может игра немножко лагать, но нормально, зато она красивая. Если мы выйдем, например, вот сюда, то видите, как красиво? Тут тень наша, тень деревьев и других предметов. То есть все просто прекрасно. Ну и дальше у нас автотелк. Это если мы подойдем к какому-то челику и как бы не будем нажимать говорить, он сам будет с нами говорить, когда будет готов. Ну вот. Сейчас она типа не готова говорить, но мы выключим тень, выключим автотелк, потому что это не нужно сейчас. Дальше FPS вот внизу. Он off. Ну, если мы включим, то тут будет высвечиваться наверху под кнопкой топ-меню, будет высвечиваться FPS, типа, насколько у нас хорошая игра, типа, лагание игры, как бы, они есть или нет. Типа, чем выше FPS, тем лучше игра. Если там низкая FPS, значит, как бы, лагать будет сильно. Вот. Дальше у нас else-if. Это переводится как возродить всех. То есть, если вы кого-то убили и нажмете на эту кнопку, все возродятся до числа, которое было в начале игры. Вот так вот. Дальше у нас girls и boys внизу. Это школьная форма девочек и школьная форма мальчиков. Как бы если ее изменить, то и у них изменится форма. Сейчас не видно. Вот. Посмотрим. У него была другая форма. У них вот теперь она такая. Тоже. Дальше вот внизу кнопка Japanese. Это как бы можно поменять язык либо на японский, либо на испанский, либо на английский. Мне легче на английском, честно, потому что самый нормальный язык, который я знаю. Потому что испанский так себе, да и японский вообще не знаю. Английский лучше всех. Дальше кнопочки вот тут вот находятся. Speed down и speed up. То есть, если мы несколько раз нажмем, например, на 5, то в 5 раз быстрее у нас будет время идти. Вот. Если посмотреть наверх на время, оно очень быстро стало идти. Вон кого-то там разыскивают. Видимо, зашли в туалет кто-то женский или мужской. Дальше можно поменять, ну, конечно же, цвет волос, свой костюм, свою прическу, цвет глаз и очки. Надеюсь, понятно объяснила. Дальше move. Ну, move, наверное, вы знаете. Вот тут внизу можно ускорять время, 30 минут добавить или 30 минут убавить. Дальше move position. Это, ну, наш старый добрый телепорт. Мы можем телепортироваться куда захотим. Event — это разные события, которые можно устроить в игре. Dance — это как бы танцы, все прибегут в зал и будут смотреть, как танцуют другие. See — это как бы экскурсия на море. Все типа побегут на море, и там будет типа туса. И graduation — это как бы награждение. Там каждый будет выходить, и директриса будет награждать. Дальше weather — это погода, можно изменить погоду, и change time — можно изменить время там на lunch time,
клубное время, после школы, следующий день и выходные. Тоже все понятно. Help — это кнопка, когда мы на нее как бы нажимаем, внизу высвечиваются разные нам подсказочки, но, к сожалению, они на английском. Сейчас. Вот, видите? That attack on zombie head body. Я потом их могу перевести, но, честно, я и вы, я думаю, так их знаете, потому что пока я